Вітаю вас, дорогі сябри, у програмі «Діалог про мову». Мене звуть Алена Траценко, і я запрошую вас до гутарки про родне слово. У ёй кожны можа прыняць удзел, дастаткова толькі звярнуць увагу на адрас нашага блога ў інтэрнэце і пакінуць там свой запіс, або падчас перадачы даслаць смс-паведамленне з думкамі ці пытаннямі, якія вас зацікавілі. Нашы госці – гэта людзі, якія любяць мову, якія гаворыць па-беларуску, якія шмат робяць для пашырэння функцыянавання беларускай мовы, як у нас у Беларусі, так і ў свеце. І сёння наш суразмоўца – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта Анатоль Леонідович Верабей. Вітаю вас. Анатолій Леонідович, у мене одразу питання. Як абудзіць у студентаў цікавасць да беларускай мовы? Да ўсяго беларускага, да культуры, літаратуры? Самыя розныя сродкі. Я выкладаю беларускую літаратуру 20-го стагоддзя галоўным чынам. І стараюся паказаць не толькі мілагучнасць, прыгажосць беларускай мовы, скажам, у мастацкіх тэкстах, у тэкстах Янкі Купалы, Максіма Багдановича, Куба Коласа, Владзіміра Караткевіча. Але паказаць мастацкую каштоўнасць у кантэксце сусвета літаратуры, што наша літаратура, наша культура, так сказаць, ёсць значныя прыкметныя набыткі. І паколькі я выкладаю на філалагічны факультэце, а туды ўжо прыйшлі людзі, якія выбралі эту спецыяльнасць, падрыхтаваныя ў пэўнай ступені, нам галоўнае зрабіць іх прафесіяналамі, сістэмную адукацыю даць і паказаць высокі мастацкі ўзровень нашай літаратуры і прыгажосць, непаўторнасць нашай беларускай мовы. Анатолій Леонідович, а ці ёсць камунікатыўныя цяжкасці, звязаныя з нізкім узроўнем валодання мовай студэнтамі? Я б сказаў, што студэнт-філолаг, ён любіць мову, любіць літаратуру. Таких, скажем, я выкладаю на беларускім аддзяленні, студэнты беларускай філалогіі, славянскай філалогіі, і раманы германскія, таксама ж беларусы, сколькі ведаеш мову, столькі раз ты чалавек. Яны ж філолагі, у нас вывучаюць не толькі беларускую мову, скажем, а і лацінскую мову, і славянскія мовы. Ось так, што так, каб вельмі рэзка, я б не сказаў бы. Асабліва на беларускім аддзяленні, беларускае аддзяленне, славянскае аддзяленне і раманскае аддзяленне. Таксама яны цудоўна валодаюць мовай, адчуваюць, ведаюць, зацікаўленыя. І нам гэтай сітуацыі важна таксама паказаць прыярытэты нацыянальнага. Паказаць, што якраз праз асабістае, індывідуальнае, нацыянальнае да агульначалавечага. Чым мы каштоўны ў свеце? Чым мы будзем цікавыя ў свеце, разумееце? Што мы можам прынесці ў свет? Якое багацце, якія веды, якую камунікацыю, разумееце? І мы якраз стараемся, матэрыял нас удзячны, я якраз выкладаю беларускую літаратуру, якраз паказвае, што мы годна выглядаем на ўзроўні сусветных набытках, лепшых сусветных набыткаў сусветнай літаратуры, культуры. Нашы гледачы гэта не толькі студэнты філфака, таму яны пакідаюць у блогу свае пытанні рознага кшталту. Вось адно з іх пакінула Марына. Добры дзень. Якія адметнасці мае беларуская літаратура? Якія адметнасці беларуская літаратура? Я першы назваў это яе адраджэнскае гучанне, патратычны пафас. Далей. Я і студэнтам, і маё глыбокае перакананне таксама паказваю і гавару, што наша літаратура, скажам, сучасная, ўжо не толькі сялянская, што прывыклі, што сялянская, на літаратура і местачковая, і гарадская. Што ў нас літаратура не толькі, скажам, рэалістычная кірунку, а ў нас, скажам, сёння асабліва постмадернізм развіваецца, разумееце, авангардыйскія, мадернісцкія кірункі ёсць, і дэмакратычная ёсць, і элітарная, так сказаць, ёсць салонная літаратура. У нашай літаратуры ўсё ёсць, так сказаць, яна годна выглядае ў кантэксце сусветных набыткаў. А якія празаікі і паэты натхняюць вас, менавіта вас? Я лічу сябе прафесіяналам, і мне, канешне, нейкія аўтары ёсць бліжэй, нейкія, так сказаць, але я стараюся зразумець кожнага аўтара, адметнасць, непаўторнасць. Скажам, калі 20-е стагоддзе і беларуская літаратура, канешне, Купала, Колас, Багдановіч, Максім Гарэцкі,
ось, Михай Зарецький, Кузьма Чорний, Максим Танк, Іван Мєліш, Пімен Панченко, Владимир Короткевич, Григор Бородулін, Ніл Гілєвич, ось це мої автори, і Янка Сіпаков, ну і молодіші, з молодіших, скажімо, ну, середнє покоління, Леонід Дронько-Масюк, ось, Андрій Федоренко, прозаїк, цікавий там, ну і ми, а зусім молоді, скажімо, Валерія Кустова, цікава поетка, ось, вельми шматгранні, різностайні, я кажу, різні керунки, є традиційна, є авангардистська, і тут які густи, які симпатії, а мені, як спеціалісту, як дослідчику, цікаво зрозуміти, чим він відмітний. Что я новое уносит у белорусской литературы, это автор, понимаете? Ну, я ведаю, что вы доследовали творчество Владимира Короткевича, именно это гэтае пытанне вас цікавіць найбольш. Так, я уже 36 годов доследую творчество Владимира Короткевича. Ось выдав... Это справа життя, можно справа сказать. Справа життя, так. Выдав я про его... Три книги про Владимира Короткевича. Первая в 85-м годе «Живая повесть часов». Другая «Обуджена память» 97-й год. И третья «Владимир Короткевич. Народ життя и творчества» 2005-й год. А кроме того, я принимал удел у попереднего издания сбору твору в 8 томах, у 10 книгах. Это 1987-1991 год. Ну и зараз же рыхтуется сбор. Так, так, я продолжу эту гуторку. Это первое издание. Я выучу архивы Владимира Короткевича. Вот, был знакомый с Владимиром Семеновичем. А зараз, вот, с 2012 года, как раз я керовник, мы, выдание координуя филологический факультет Белдержуниверситета, мы выдаем сбор твора у Владимира Короткевича у 25 томах. Вышло уже с 2012 года, вышло уже 7 томов. Глядачка Алла у своем відеопитанні как раз закранає творчість Владимира Короткевича. Давайте поглядим. Добрый день, Анатолий Леонидович. Добрый день. Чи можна на романах Владимира Короткевича визначити білоруську мову, історію? Конечно, можна визначити і мову, і історію. Мова Владимира Короткевича, як любого письменника, не тільки білоруська, вона відмітна. Коли на початку він писав і на русской мові, і на білоруській мові писав він, то тут якраз віддав перевагу білоруській мові. І, звісно, багато риси і якраз усходні регіони, діалектні особливості русської мови, української, це виявляється творчості Короткевича. Тут такі аспекти, що є мова письменника, мова його персонажа, твору, так сказати, розваги. Ось ці прикмети виявляються, але вона тим і цікава. І якраз в процесі підрихтовки до видання своїх творів була редподрихтовка. Короткевич з нічим згаджався, коли підказували, пропонували, але засахувалася його мова, адметна, неповторна, розумієте, білоруська мова. А на кон історії, ага, на кон правдивості. Ми говоримо, що Короткевич шмат зробив для будження національної самосвідомості, історичної пам'яті білоруського народу. Ось, його порівновують по той ролі для білорусів, як, скажімо, Вальтер Скотт для англічан, Генрік Сянкевич для поляків, в обудженні національної свідомості, історичної пам'яті. Звісно, він писав мастацькі твори, але каштовність цих творів тим, що він докладно передавав дух, колорит певної епохи. А на конт історичної реальності? На конт історичної реальності він так само був вельми докладний. Розумієте, казали, коли, скажімо, він писав роман «Христос поселився у Городні» і каже, що у Городні в цей день, скажімо, був день п'ятниця, йшов дощ, провірає докладно все, розумієте? І він інтуїтивно, він ведає, він вивчив архіви, матеріали. І була, так сказати, багата фантазія письменника. І він це особляв. І таким чином, вельми важливо, що характер, дух епохи. Ці писав, коли роман «Колоси по церпом твоїм», коли головна вага була на середину, на 50-х годах 19-го года, так? Ці писав роман «Христос по землі всьогородні» про 16-го года, ці інші речі писав. От колорит і дух епохи. Далі мова. Мова так само в історичних речах повинна бути почуттям міри. Можна бути стилізована, може бути тональність. І є, мова повинна бути написана сучасною мовою. Так, дух, стиль.
Так, у Короткевича есть и гістаризмы, архаїзми есть, и есть диалектизмы мойстра, есть колоритные народные слова. А есть такие колоритные слова Короткевича, которые мы так бережливо до них ставимся. Вот его слово славутое «приукрасне», разумеется? Это мы уже до неологизма звернулись. «Приукрасне», ну, слово, которое уживал он, Короткевич. Далее «митня», и он как раз вел ужиток, и начали корастаться это. Потом самое разное кшталту, так сказать, слово это сказать, скажем, «безодни» он писал, не «бездонни», «присмерки», не «притемки», а «присмерки». Мы покидаем и такие слова. И многие-многие иншие конструкции синтаксичные бывают такие, какие властивые, когда это мы уличиваем специфику у Владимира Короткевича. И мова у каждого письменника, она отметная. Как раз я кажу, что, так сказать, соправды может быть и узором Короткевич в плане мовы, и в плане правдивого знавления далекой минувшины. И он вельми докладный. Разумеется, докладно сказать, и в передаче рассказал колориту духу эпохи, передача исторической творы думки народной, так, и передача масштабного конфликта. Вот изначальные рисы исторической литературы. Анатолий Леонидович, цікавое питание покинул у нашем блогу глядач Владимир Иванов. Я зачитаю. Пытаюся, як у доследчика творчести Короткевича. Ці удалося письменнику увасобить национальный белорусский характер у одним из героев его творов? Я думаю, удалось. Ну, мы ведаем такие яркие персонажи, герои его творов, как, скажем, Андрей Белорецкий по повести «Дикое полевание короля Стаха», как Алей Загорский в романе «Колосы под церквом твоим», как Юрась Братчик в романе «Христос приземлился в городне», ці, скажем, как Гервасів Леваха у повести ці в легенде «Ладдя розпач». Гервасів Леваха. Порой кажут, что это у Короткевича уявление про идеального героя. Так, литература – это моделирование речаисности, она по своих законах развивается. Однако, как письменник, он выявил вельми характерное и сутностное, и про это означал. Скажет, что я веду это сородзе, Гервасів Леваха, жыхар 16-го года, але в 16-м, и, коли жил Короткевич, в 20-м стагодзе, то такие характеры, такие яркие, неповторные особы. Так сказать, это и патриот, и життялюб, и мастак. Мастак, как опошня, когда он спускается в опрометную пекло, и он, как мастак, берет с собой лютню, музычный инструмент. Так. И он вратовальник для самого народа, разумеете? Так, это уособление про идеальные герои, але гэты многие рисы особились. До речи, Короткевич и разважал вельми цікаво про особливости, про отметность национального характера у своем нарисе «Земля под белыми крылами». И вот я тут как раз некоторые нечто занотовал. Какие рисы, каже, это не складано вызначить. Розные люди есть, так сказать, розные характеры есть, розные осяроддя есть, розные, так сказать, место жихарства, профессии и так далее. Але нечто, каже, вызначальное, сутностное, что Короткевич и как раз увасаблял и в своих героях. Так, и не романтичные, идеализованные, скажем, как Алей Загорский, молодые, пригожие, родовитые, богатые, действенные и так далее, патриот. И вот «Земли под белыми крылами» – вот национальный характер. Выносливость, жиловатость, тяговитость белорусов. Отчувание справедливости. Як прикметная риса, он вылучал свободолюбство. Белорусы любят свободу, свободолюбство. Нет, понарковности покуль что. Так, щедрость. Далее, гостинность доброго до добрых. Белорусам природно властивая повага до инших народов. И померковность для того, кто думает иначе. Вот наша славутая померковность, толерантность, как мы кажем, разумеете? Реалист у реальном житті белорус великий фантаст, романтик и летутенник умар. Вот некоторые рисы окреслил у нарисе в книге «Земля под белыми крылами», и вособлял он и в поэзии, и в прозе, и в драматургии. Конечно, створал яркие характеры, романтичные, узнёслые, мужные и так далее. Але характер национальный выявлялся в их и словах,
учинках, поводинах, у том, як яны, што яны гаварылі, што яны думалі, якія песні спявалі, так само, разумееце? Это ж так само выявленне душы народа, калі ён водзіў песні, якога кшталту, што спявалі героі, як яна падсвечвалася. Вот это я выявляю, як у Александра Пушкіна, там такія так, выслові такое ёсць, Руслане і Людміле, «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Калі читаешь Владимира Караткевича, тут белорусский дух, тут Белоруссию пахнет. И белорусской мовой, и правдивым узнавлением минувшины, и цяперщины. Он и про сучасность писал, так само интеллектуально, ярко, а способи старал. До речи, у блогу парады просить молодый человек с цікавым ником. До речи, про сучасную литературу. Парайте что-нибудь больше-меньше цікавое на белорусской мове с сучасных письменников. Сучасных письменников, я уже про это говорил, я бы хотел бы ведать, что ему ближе, потому что у нас, скажем, есть традиционалисты, традиционная литература, и есть авангардная литература, я уже сказал, коли, скажем, традиционная литература, в определенной ступени, так можно сказать, Андрей Федоренко пишет. Вот он, ну, это вы говорили про своих любимых авторов. И про сучасных, я как раз про сучасных белорусских письменников. Коли говорить, мы вот сучасная литература белорусская, мы так умовно рамка мяжовым, это опошние 20 годов. Тут, конечно, можно прочитать и опошние творы Василя Быкова. Скажем, коли не читал, цікавая его книга «Долгая дорога до дому». Василя Быкова вспоминал. Ян Кібреля, скажем, его опошний сборник «Парасток», 2006 год, разумеется. Среднее поколение, я того же Леонида Дранько-Масюка пораю бы, это эстет, вот, разумеется. С прозаиков, скажем, Олесь Наварыш, цікавый роман «Литовский волк». Продолжение краснодыцы Караткевича, але по-своему, как бы полемично, разумеется, свой, так, традиция, але и про заштруховывание своим шляхом идет, цікавое. Те той же, те повесть того же Андрея Федоренко «Ничие», про Слуцкий збройный чин 1920 года. Можно шмат говорить, я кажу, какие схильности нашего глядача. Добро, а что читать белорусу, який вырашил удосконалить свое мовление? Ну, я, как доследчик Караткевича, и Караткевич рекомендую найперш, конечно. Добрая белорусская мова, скажем, Ян Кібреля. Кузьмы Чорнага. Разумеется, вот это, белорусскому околи, вот это, как раз Ян Кібреля читать, его миниатюры, эссе цудовные, интеллектуальные, глубокодуховные, так сказать, вот я пораю бы Ян Кібреля. Скажем, и мову читать, и познавально, уже два выдания вышло, книжки Янки Сіпакова «Зеленый листок на планете Земля». Калі ласка, гэта як і працяг таго ж нарыса «Зямля пад белымі крыламі» Владзіміра Караткевіча, але па-свойму цікавыя звесткі пра Беларусь. Самы розны кшталт. Пра народ, пра культуру, пра эканоміку, пра энцыклапедыя мастацкая, разумееце? Вось это пажаданні мае. А вось чула я такое выказванне, што польская літаратура зрабіла вялікі ўплыў на беларускую. Якім чынам? Ведаете, тут треба говорить в осяким плане, что польская литература уже 19-го года, тут уже мы можно сгадать Адама Мицкевича, який народился на Беларуси, який використовував белорусский фольклор, белорусскую мифологию, звертался до белорусской истории, уживал белорусизм, скажем, в поэме «Пан Тадеуш» и інших творах, разумеете? И это высокомастацкое. Высокий мастацкий романтик, славянский и европейского уровня, Адам Мицкевич. Ну и другие письменники, вот это как раз в этот час, Адам Мицкевич, Ян Чачот, Винцент Дуні-Марцінкевич, Франчишек Багушевич, они в тесном взаимодействии, скажем, и с Элизой Ожешкой были относены. И она тут жила в городе, разумеется, и написала роман «Над Нёваном» и другие творы про этот народ, в этом взаимодействии. И многие другие, и мастацкие, и науковые. А позднейшие часы, особенно польская литература, прикметную прилыву зробила на Янку Купалу. И он это отзначал как раз. И романтизм, и мкнение до одраджения
народа белорусского. Это было близко как раз польская литература романтичная и початку 20-го стагодзя. А позднейшие часы, когда говорить про повесть, это прикметная вельми творчесть Максима Танка, связанная с польской литературой. И он жил в Заходней Беларуси, якая была в межах Польши до 1939 года. И приезжаешь в Вильни, жил там, працавал, долучался про польскую мову до лепших узоров не только польской литературы, а и сусветной литературы, разумеется. Скажем, своего любимого Владимира Маяковского он спочатку прочитал в перекладе Ильяна Тувима на польской мове. Вот. А он любил, сказать, конечно, традиции и Купалы, и Колоса, его творчести, и традиции того же Пушкина, Некрасова, Шевченки, ну и польской литературы, разумеется, романтизм, скажем, той же Адам Мицкевич, Норвит, Юлиш Словацкий, Выспянский и так далее, Леопольд Став, Владислав Броневский в контексте. И он для себя шмат открывал. То есть авангардная литература для него нечто давала, разумеете, он шукал это, и он обновлял, и казал свое слово. И для нас это каштовно, это его опыт, разумеете. И это, как бы, погляд сбоку. Ти то русская, ти то украинская, ти то польская. Польская. Он ведал польскую мову, литературу читал, и ему вельми шмат дала. Скажем, той же славутый Вера Либра Максима Танка. Так само же, я кажу, дякуючи знакомству с польской литературой, и он распрацевал такую оригинальную, цікавую форму. Вера Либра, свободный вер. Зрозумела. Анатолий Леонидович, я думаю, что наш глядач Михась Аудюк чакая, как мы огучили его цитату. Поляки лічаць Адама Мицкевича польским письменником, белорусы – белорусским. Где правда? Ну, визначальне тут риса з'являється, визначальне риса з'являється тое, що його твори ми ведаємо на польській мові, що це польський письменник. Однак, вже вельми хочеться білорусам, як це був і білоруський. Я зараз потлумачу. Некоторі дослідчики наші, відомі білоруські, кажуть, що як поет, він з Новоградщини зв'язаний. Як філософ, він зв'язаний з Великим князем Литовським. А як політичний діяч – з Речі Посполітої. Розумієте, звісно, він польський письменник, але дух білоруської землі, як розумієте, дух Білорусі, його творчості, він і білоруський, він і польський, і білоруський, ось, і литовський, так, і український, розумієте. Кожен народ може вчити його своїм. Згадує, що і євреї мають, тому що 100 років назад і 200 років назад то шмат жило євреїв, і то так само, це частка культури нашої білоруської, розумієте? Так що він, як поет, Речі Посполітої. А в Речі Посполітої жили, так сказати, і білоруси, і поляки, і литовісти, і українці, і євреї, кажи ласка. Так, і він усяїсний. Наприкінці передачі хочу поцікавитися, що ви пораїли б здійснити для розповсюджування білоруської мови у нас, в Україні? Ну, ось, скажем, той же збор твору Владимира Короткевича, можна на його підписатися. Разумеется. Читайте Короткевича. Читайте Короткевича, тому что и ранее сгадывали, что до белорусскости многие люди, которые приезжали в Беларусь, белорусскому не ведали, читали Короткевича и долучались до белорусской мовы. Читать белорусскую лепшую узоры белорусской литературы, разумеется, я говорю, наших классиков. Читать Максима Богдановича. Разумеется, какая специфика и феномен Богдановича. Вот Максим Богданович. Народился в Беларуси, пожил в городе и был весь час, по сути, за межами Беларуси. И белорусскую мову он не ведал, как Янка Купала, как Кубколос. А он ведал по книжках. Батьки, фольклорист от Норфа. По книжках, которые читал, долучился. И есть феномен, разумеется, что Максим Богданович писал на белорусской мове. И его творы на белорусской мове, они гениальные и у белорусской литературы, и у сусветной литературы. И он писал и на русской мове. До речи, тут можно задать, что и Пушкина. Угу. Пушкина ранее творы на французской мове. Але ти шмат ведают, кроме специалистов, французские творы Пушкина. Ти шмат, так сказать, ведают русскомовные творы Максима Богдановича. Он писал. Это добрая билетристика, русская билетристика початку 20-го стагодзя. А белорусскомовные творы – это гениальные творы и белорусской, и сусветной литературы. Вот загадка, вот феномен и Максима Богдановича, и низших авторов, и Пушкина, и Короткевича, и так далее, разумеется. И вот это долучить, что лепшие узоры, так,
позбавляться, вот, бывает китчевая, массовая литература. Разумеется, хотелось бы, как люди читали лепшую, потому что литература мая и познававчая, и эстетичная, и выхававчая, и гедонистичная, так сказать, почуццё, асалоду дае, дае великую информацию литература. Разумеется, в этом плане. Вот долучать, что читать лепшие узоры. И еще, коли родная мова, человек, особый народ, выявляется, реализуется как раз в формах родной мовы, разумеется. А наши письменники выявляют душу этого народа. Поважанный Анатолий Леонидович, я дякую вам за то, что вы нашли час, пришли до нас в студию. Дякую за корыстные парады и цікавую гутарку. Усім глядачам хочу нагадать, что у гостях диаблогу про мову был Анатолий Леонидович Веробей. Кандидат филологічних наук, доцент кафедры белорусской литературы и культуры филологічного факультета Белорусского державного университета. Дякую вам велике. И вам дякую велике. Поважаные глядачи, дякую вам за увагу до передачи, дякую вам за вашу активную життєву позицию. Пишите у наш блог, досылайте смс-поведомления подчас передачи. Нехай у вас все будет добро. До встречи.